Число жертв в результате пожара в ночном клубе в Бухаресте продолжает расти. Погибшими числятся уже 43 человека. Еще порядка 100 остаются в больницах, и многие из них в критическом состоянии. Об этом заявил министр внутренних дел Румынии. Напомню, трагедия произошла в ночь на 31 октября. Во время концерта в ночном клубе в здании запускали фейерверк. Он и стал причиной пожара. В этот момент внутри находились 400 человек. Чтобы покинуть клуб, толпа людей ринулась к выходу. Началась давка, и кто-то задохнулся от угарного газа. Владельцев заведения задержали сразу, им грозит пожизненное заключение. Между тем, в стране продолжаются массовые демонстрации, вызванные случившейся трагедией. Люди требовали наказать чиновников, которые выдали разрешение на работу этого клуба. Позже эти протесты переросли в широкомасштабную антиправительственную акцию. Нынешние партии застряли в своем развитии, их менталитет не изменить. Гражданскому обществу нужны новые лидеры, и мы считаем, что досрочные выборы – не выход. Нужно менять сознание людей, чтобы старшее поколение понимало и осознавало, что происходит в стране.